А вот на всероссийском турнире по спортивной аэробике нашим спортсменкам не было равных. Они смогли не только завоевать золото соревнований, но и удивить судей своим мастерством. Какой именно элемент обеспечил победу девушкам, узнавал Даниил Седов. Дерзко сделайте вот эту вот тему. Ага. Потому что вот эта размазня, она неинтересна никому. Даже в таком дисциплинированном виде спорта, как спортивная аэробика, есть место дерзости. Благодаря ей иркутские спортсменки завоевали золото на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Омске. Участие в турнире принимали более 300 человек. И наши землячки одни из немногих, кто осмелился выполнить элемент круги Томаса де ла Сала. Хотя это принято считать мужским видом упражнений, но для Татьяны Белоусовой, Дарьи Шерстневой и Инги Казаковой это уже давно привычное дело. Мы постепенно увеличивали сложность в программе. В данный момент у нас вся сложность. Мы сделали хорошо во второй день. В первый день были ошибки, но второй день мы собрались и все сделали хорошо. Всего же на турнире воспитанницы областной школы спортивного резерва «Спарта» выиграли по 2 золота и серебра, а также 1 бронзу. Инга Казакова стала второй в индивидуальной программе в возрастной группе 12-14 лет, но уже сейчас думает о реванше на будущий год. Там еще девочка была, старше мне на 2 года. И она, то, что уже эти элементы 2 года уже отрабатывала, все делала, из-за этого она меня выиграла, а я только перешла в эту группу. Я соберусь еще больше. Буду еще больше стараться делать, все элементы выполнять. В том, что работа над ошибками будет проделана, нет никаких сомнений. Ведь областная школа спортивной аэробики считается одной из лучших в стране. И этот вид спорта является базовым для Прибайкалия и развивается при поддержке Министерства спорта области. Поэтому наши акробаты на каждом турнире считаются фаворитами наряду с представителями Москвы и Санкт-Петербурга. Мы на сегодняшний день идем впереди Сибирского федерального округа, потому что некоторые элементы Сибирский федеральный округ, ну, как бы делает, но единицы. По набору элементов в программе мы вышли на уровень самых сильнейших спортсменов России. Впереди у наших спортсменок выезд в Барнаул, где состоятся всероссийские соревнования по спортивной аэробике. Задача на предстоящие соревнования – золотые медали. Ведь, как признаются сами девушки, для них существует только первое место. Все, что ниже, не считается. Даниил Седов, Павел Рютин. Новости по будням.